Это не шутки. Троллейбус почти по цене маршрутки. С 1 апреля изменится стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте. Об этом в пятницу сообщили в Комитете по транспорту городской администрации. С начала второго месяца весны цена за одну поездку на троллейбусе будет составлять 18 рублей. Как поясняет в МУП ИПТ, повышение цены плановое, и в течение 2018-го изменений больше не предвидится. Это происходит у нас традиционно каждый год. Стоимость была увеличена в связи с изменением индекса роста потребительских цен. По прогнозу на 2018 год изменение планируется в размере 103,3%.